Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Сегодня хочу показать, как обвязать джутовый канат шпагатом джутовым и сформировать идеальный овал, как делать прибавки, как сделать овалы разной формы, по вашему желанию, любой длины и любой ширины. Итак, по итогам данного мастер-класса я получила изделие 25 сантиметров на 16. По вашему желанию вы сможете изменить размеры овала. Далее я расскажу, как это сделать. А сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и приступим. Мне понадобится джутовый шпагат, джутовый канат, крючок 5 миллиметров, прищепки и маркеры. Итак, для того, чтобы связать овал, я всегда скручиваю его и примерно прогнозирую, какого размера изделия у меня получится. Вот такое дно мне нужно. Нужно учесть, что за счет обвязки оно еще увеличится. То есть тут поместится не 6 рядов, а 5, а может и 4. И получится тот же самый размер. Но мне важно что? Определить, какой длины будет мое начало. Вот этот хвостик. Сейчас мне нужно с воздушных петель такой длины связать косичку. Вязать я решила в две нити. Сейчас отмеряю 5 длин моего хвостика на отрезе двух нитей шпагата. И делаю первую петлю. Итак, отрез у меня сверху, подхватываю крючком, вытаскиваю, вот она. Теперь образую цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Важно вязать тем же натяжением нитей, той слабиной, какой будет все изделие. Итак, вот, готово. Здесь у меня 11,5 сантиметров. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. И туго-туго прижимаем канат. Начинаем обвязывать его. Середину косы, как при вязании обычных столбиков. Без накида. Вводим крючок. Подтягиваем нить. И вяжем до предпоследней петельки. Там мы начнем делать добавление на заворот. У меня осталось 2 петельки. В предпоследнюю я вяжу двойную. 1. И сюда же 2. А в крайнюю я буду делать поворот. И вязать туда 5. Потуже. 1, 2. Третья должна как бы у вершины оказаться. 3. Прям пополам собираем его. 4. Тут растянулась, можно ее подтянуть, ничего страшного, эту петлю. 5. Все, сворачиваем прям пополам и продолжаем в противоположную той, то сюда же вводим крючок, куда мы вязали 2. Мы вяжем еще 2. 1, 2.
И теперь по одной до предпоследней петли. Теперь вот она предпоследняя. Сюда мы свяжем 2. И вот это она пойдет на угол. Сюда мы вяжем 5. Сейчас 2. В одну. Теперь 5 вот сюда. Один, два, третью как бы у вершины, 3, 4, 5. Есть. Теперь вот в эту 2. Прокалываем. Одна. И вторая. Все, повернули. Мы провязали первый ряд с 2 поворотами, по 6 петель добавили здесь, это в первом ряду только по 6, в круговую получается 12. Последующие ряды количество добавлений изменится. И вот этот хвостик мы можем сейчас, этот центр, декорировать. Джут не тянется абсолютно, поэтому здесь может у вас вообще дырочек не окажется, и вы декорировать ничего не захотите. Но я вот здесь проложу вот такую косу. Вот что получается. До этого поворота. И вот на последняя дырочка, куда мы 5 прибавок делали, я вытягиваю и в нее же увожу этот хвостик, чтобы его не прятать и никуда не уводить. Я его сейчас ввяжу вместе с канатом в полотно. Здесь же сейчас можно поставить для себя маркеры. Петля, куда мы вязали 5, в центральную маркер можно поставить. Здесь то же самое. Это наш центр, вокруг которого и будут все основные добавления. И сейчас вяжем по прямой, без прибавок, до вот этой двойной. С этого момента можно использовать прищепки, чтобы фиксировать канат, чтобы полотно ни в коем случае не загиналось ни наружу, ни вовнутрь, а шло ровно, ровной намоткой, слой за слоем, друг на друга. Вот она, эта двойная петля, но вот она, наша центральная. Нам сейчас на повороте нужно добавить 5 петель. Значит, мы это сделаем в центральную, в 2 рядом с справа и в 2 рядом слева. То есть вот сюда пойдет первая прибавка, здесь будет последняя. Итак, вяжем. 1. Вот в следующую будет уже двойная. И сюда же 2. Еще одно добавление. 1 и 2. Снимаем маркер, это центральная петля. Сюда 2.
и еще 2 по 2. 1, 2 и еще 1 двойная. Мы сделали 5 подряд по 2. Вот они отчетливо видны. В центральную снова мы цепляем маркер, но можно уже вот на бок. И здесь, переставляя прищепки, вяжем до этого поворота. Вот маркер. 5 петель нужно добавить в центральную, в 2 справа и 2 слева. Следующая еще одинарная у меня. Вот она. Теперь двойная. 1, сюда же 2. Снимаю маркер. 4 точно таких же двойных. 5 добавлений провязано. В центральное цепляю маркер уже на бок, чтобы просто видеть его. Таким образом, в каждом кругу овальном будет по 10 добавлений. 5 с одного поворота и 5 с другого. Вяжем до очередного прибавления. Я подхожу к очередному повороту. Здесь еще одинарная. Следующая, вот она была прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот прибавка, и вот сюда мне нужно вязать двойную. Потом 1 одинарная, опять двойная. Одинарная, двойная. Каждый ряд расстояния между прибавками будет увеличиваться на 1 петлю. Сейчас через 1, в следующем ряду через 2. И так далее. В каждом ряду будет 10 добавлений. 5 на одном повороте и 5 на другом. Прибавки будут идти над прибавкой. Я провязала очередной ряд. Вот они, добавления через 1 одинарную. И они пойдут лучами. То есть здесь всегда, где маркер, будет идти и 2 с каждой стороны от нее над предыдущими прибавками. В следующем ряду вот здесь, вот и здесь. Теперь вяжу до следующего поворота. И очередной поворот. Вот она, двойная в прошлом, первая. Сюда между ними вяжем первую прибавку этого поворота. 1, потом 1 одинарная. Двойная, вот она прибавка. Сюда же. Потом 1 одинарная. И двойная в центральную. Сейчас одинарная, двойная, одинарная, двойная. И ровно до следующего поворота, вот до следующей двойной. Итак, мой следующий поворот. Я подошла к первой двойной. Сюда будет добавление. Потом 1, 2 без добавлений. Потом добавление. Потом 2 без и добавление. Вяжем 5 добавлений через каждые 2 одинарные. И следим, чтобы эти добавления у нас были в предыдущие добавления. Вот она идет, такая галочка. Итак, на каждом повороте. Здесь то же самое. Со следующего ряда
отсюда через 3 петли будет добавление. Так как овал наш увеличивается и количество петель между добавками будет увеличиваться, возможно, овал будет большого размера. У меня сумочка небольшая, у меня будет немного. Но я предлагаю с этого момента поставить маркеры на начале и конце добавлений на каждом повороте. То есть здесь в первую начинать здесь. Каждый ряд просто увеличивать расстояние между добавлениями на одну петлю. И вот здесь в последнюю, где мы заканчиваем добавление. Так будет удобнее ориентироваться и не пропустить, не ошибиться. Просто с каждым рядом будет увеличиваться расстояние между нашими прибавками. А первую и последнюю прибавку мы будем делать там, где маркеры. Все, продолжаем. Добавление, 2 без добавления. Добавление, 2 без добавления. Я на очередном повороте. Сейчас у меня добавление через каждые 3 петли. Вот она, первая добавка. Я сюда 2 провязала. И теперь через каждые 3 я сделаю еще 4 добавки до следующего маркера. Это мой последний круг. Чтобы закончить круг, нужно иметь ровное полотно, чтобы по обе стороны косы, здесь нам хорошо ориентироваться от нее, было одинаковое количество рядов. Здесь у меня 5, здесь 4, вот он 5, а также от углов. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. То есть вот этот должен к этому маркеру примерно сойти на нет, либо уйти на стенки. Этого размера дна мне будет достаточно. Можно продолжать вязать дальше, при этом увеличивая на поворотах количество столбиков между добавлениями. Я довязала полные ряды, вот как раз остановилась на этом маркере. Изделие нужно хорошенько отпарить и дать ему остыть, что я тоже уже сделала. Теперь в моем случае можно снять маркеры и перейти к стенкам. На моем канале есть аналогичное видео по вязанию, только круглом корзины. Вязание стенок осуществляется точно так же, как в том видео. Если вам интересно, можете посмотреть. Но на вязание сумок я перехожу на стенки без видимого шва. То есть вяжу точно так же. Просто поворачиваю канат на увеличение высоты. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Будет еще много интересных мастер-классов.